Друзья, всем привет! Сейчас нахожусь на одном из наших объектов, на котором мы строим каркасный дом. Хочу сделать вам небольшой обзор, показать те этапы, которые мы уже сделали на этом объекте, те этапы, которые нам еще предстоит сделать, тоже немного расскажу. Вот такой вот дом. Сейчас у нас идет процесс монтажа фиброцементного сайдинга. Фиброцементный сайдинг у нас дековер. Давайте перевернем камеру. Вот так это смотрится. Фиброцементный сайдинг у нас цвет сноу, то есть такой белый, бело-серый. Прикольно смотрится. Давайте, наверное, с него и начнем обзор. Значит, с этой стороны у нас больше возможностей для того, чтобы показать, из чего у нас состоит процесс. Сам каркас у нас сделан из доски 50 на 200, сухая строганная доска. Дальше идет перехлестное утепление снаружи 50 мм, то есть в общей сложности у нас здесь толщина стен 250 мм. Толщина крыши, кстати, 250 мм. И толщина полов 250 мм. Диффузионная мембрана у нас сверху утеплитель идет, проклима Мента 3000, хорошая паропроницаемая пленка немецкого производителя. Она идет с самоклеящимся таким слоем, называется она Connect, все стыки у нас проклеиваются между собой. В тех местах, где у нас клеевого слоя нет, у нас идет такая вот синяя лента Texan Vana, тоже производитель проклима. Дальше я вам покажу участок, есть как она приклеивается между собой. Поверх этой пленки у нас монтируется обрешетка, сухая строганная доска 95 на 20, которая у нас создает вентзазор. Минимальный вентзазор, который мы делаем на своих объектах, это 20 мм. И на него монтируется фиброцементный сайдинг дековер. Монтируем его на специальные саморезы, конструкционные саморезы для жесткой доски. Вот такой, такие вот они, видите, небольшая шляпка у них. Вот у этих саморезов сразу идет сверло. Вот они, эти саморезы. Вот они, эти саморезы, видите. У них идет вот сверло, длина 35 мм, и они хорошо закручивают дековер. Если мы смотрим на откосную часть окна, у нас идут вот такие по периметру ленты. Эта наружная лента называется Connect, тоже производитель проклима. Мы его стыкуем на диффузионную мембрану, основную, которая у нас идет. И монтируется она при установке окон к торцевой части. То же самое и пароизоляционная лента, которая идет внутри, тоже она монтируется сразу на торцевую часть окна. Дальше все запенивается и соединяется внутри с пароизоляционной пленки, внаружи диффузионной мембраной. Дальше, когда вовнутрь дома зайдем, я вам это покажу. Потом, после того, как это все смонтировано, да, у нас получается здесь вот такой герметичный контур. Мы устанавливаем по классике ОСП 9 мм, для того, чтобы можно было нормально смонтировать откосную часть. Видите, по периметру идет. Вот снизу на окнах тоже установлена вот эта вот лента. Устанавливается на теплый подставочный профиль. В дальнейшем я его тоже вам покажу. Здесь вот у нас кольцо. Обратите внимание на клееные балки, которые у нас идут. Это по проекту. Сам дом у нас построен из... Давайте, наверное, на себя камеру поставлю. Сам дом у нас построен по технологии prefab, то есть это каркасные панели, которые собираются на производстве. И в дальнейшем на фуре приезжают на участок и краном разгружаются, и краном также собираются. Здесь наверху мы как раз видим готовую панель наружной стены. 195 на 45 доска. Плюс у нас здесь перекрестная обрешетка, вот, и дополнительный слой утепления 50. Снаружи... То есть в общей сложности она утеплена на 250? Да, на 250. Полы, по желанию заказчика, тоже 250. Угу. Перекрытие, так как все-таки это межэтажное перекрытие, там его задача главная звукоизоляция, там будет 200. Угу. Вот. Снаружи у нас каждая панель наружная, да, наружная стен, защищена специальной мембраной проклима Мента 3000. Мембрана полностью монолитная. Самоклеечными краями сделано так, что у нас клей интегрирован прямо в мембрану, что обеспечит лучшее склеивание.
стороны тоже камеру переверну. У нас вот так вот смотрится. Уже здесь сделана стена, зашита. С этой стороны у нас тоже уже все зашито. Остаются откосы окон, софиты. И сразу заказчик, видите, у него уже труба подведена. Уже идет подключение газа. Вот смотрите, стык пленки, да, у нас идет. Видите, вот этот коннект, она проклеивается. То есть самоклеящий слой находится внутри. Здесь вот то же самое. Вот она проклеена. В тех местах, где у нас стык панели, ну, происходит стык панели, или, может быть, есть какие-то места, которые без этого слоя, мы дополнительно проклеим вот эту вот синюю ленту. Здесь вот то же самое. Вот так вот у нас монтируется дековер. Дальше, когда пойдет нахлёст, он вот эту часть будет перекрывать. Обратите внимание на стыки. У нас всегда стык идет заводской, заводским. Здесь то же самое. Резаную часть мы всегда выбираем под либо наличники, либо угловые элементы, которые мы делаем обычно из дековера. А здесь вот у нас идет вот такая вот ОСП, на которую на откосную часть будет монтироваться дековер. Заходим в дом. Здесь уже идет процесс установки инженерки. Из инженерки у нас идет полусухая стяжка, это заказчик сам сделал. Также по полу разводит сантехнику, это канализация, водоснабжение, отопление. У нас также вот разводится вот такая вот электрика. То есть это все делает сам заказчик из инженерки. Мы сделаем только здесь принудительную систему вентиляции. Посмотрите, вот эти вот трубы, которые у нас разводятся по потолку, забирают с грязных зон воздух. Вот это вот, по-моему, под тихую кухню. Вот эта вентиляция, которую забор у нас забирает, грязный воздух. Тихая кухня и принудительная вентиляция, то есть, которая вот это вот забирается с помещения грязный воздух, они у нас на вентиляторах. Виповский вентилятор финской компании, диаметр 125 мм. Вот так это все смотрится. Трубу утепляем для того, чтобы уменьшить звук, то есть, чтобы, вернее, улучшить звукоизоляцию. Что касается приточки, то она у нас идет через приточные клапана. Вот в этой комнате у нас по расчетам должно быть два клапана. Вот, один, два. Вот, к шведской компании Велка. По поводу окон, внутри у нас установлена вот такая вот лента, тоже в компании Проклима, сразу замыкает на пароизоляцию, чтобы у нас была воздухоизоляционная такая оболочка, полностью герметичная по всему периметру окна. Снизу окна установлены вот на такой теплый подставочный профиль. Такие профиля установленные у меня дома, в принципе, очень хорошо себя ведут. То есть с окнами вообще никаких косяков нету. Что касается по наружным стенам, у нас идет пароизоляционная пленка. Пароизоляция у нас Проклима Intel с переменной паропроницаемостью. Вот там, где у нас межкомнатная стена, ничего нету. Просто ОСП. А там, где у нас наружная стена, у нас идет ОСП и вот такая пароизоляция. Вот это вообще дом-баня. Вот в этом помещении будет баня. Вот этот проем уже сделан под печку. Здесь вот будет печка. Вот это санузел. Вот это такая как бы типа кухни. Вот это у нас, соответственно, комната. Так, на втором этаже у нас вот такой вот санузел. И вот несколько комнат. Один, два. Здесь, наверное, типа, может быть, не знаю, санузел будет. Может быть, гардеробная. Но, наверное, скорее всего, гардеробная. Здесь трубы не выведены. Давайте еще в эту комнату зайдем. Здесь, видите, у нас идет такая вот длинная туннельная комната. Наверное, здесь будет, скорее всего, гардеробная. Что-то мне так кажется. Вот. И везде у нас идет пароизоляционная пленка. Везде замкнутый контур. У нас получается
полностью герметичный дом. И вот такая вот комната. Везде, видите, тоже стяжка залита. Вот здесь тоже отопление. Дом отапливается только этим, как его, теплым полом, без батареи. И здесь вот выход под печную трубу. Видите, сразу оставили. Вот тоже финская проходка, ПИПУ называется, для выхода печных труб пожаробезопасно, чтобы не было никаких косяков. Здесь вот мы только подготовили проем, еще саму трубу не выводили. Но тоже ее будем выводить. И, скорее всего, банную печку будем ставить. Здесь вот у нас тоже, видите, приточный клапан в этой комнате. И в этой комнате тоже. Во всех чистых зонах у нас идут приточные клапана. Друзья, обратите внимание на крышу. Вот 4 трубы стоят вот такие вот. Это как раз у нас канализационная труба, вентиляция помещений, вентиляция котельной и кухонная вытяжка. Вот всего у нас тут 4 трубы. С другой стороны на крыше труба дымохода. Ну, можно сказать, всего 5 труб. Вот здесь 4 и с той стороны еще одна. Друзья, вот такой вот небольшой видеоролик. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. А так, всем пока, всем удачи. Берегите себя. Чао.